Всем привет. Так, пришел очередной телефончик. Nokia N96. Как всегда, в такой вот синей коробочке. Так, сейчас глянем, что там у нас внутри. Вот такая штучка. Телефон. USB-кабель. С такой какой-то штучкой. Да, и что-то камера не хочет фиксировать. Зарядка тоненькая есть. Наушники. Ну, вот обычные. Диск, манал. И все вот сюда лучше. Сам телефончик. Такой вот у нас. Так. Телефончик хороший, везде пленочки. Угу. Даже там пленочка где-то есть. Сейчас мы его включим. Угу. Ну-ка. Ну, включайся. Это диск. Да, я... диск. Можно его отключить? Смотри. Надо его отключить. Так, что-то он как-то долго включается. Вот. Это не... нету. Запускается. Телефончик у нас включился, кто-то. Тут тоже телефон. Не, подожди. Так, вот такой вот телефончик. Все работает. Подожди. Так. Посмотрим, что тут. Камера работает. Ну, камера работает. Так, хорошо. Так. Ну, такой вот у нас, господа, аппаратик пришел, прикольно. С таким звуком закрывать. Ну, про русский язык, как всегда, не сомневаюсь. Здесь он есть, стопудово, выставлю его позже. Это был обзор на Nokia N96. Всем спасибо, пока.